Сестра, здорово, я поехала. Присоединяйся на покатушки. Ну что, покатились по Магадану, или погуляли, или полетели с попутным ветром, который в середине января дул так, что невозможно было снимать, мерзли руки, и Наташа все-таки сделала это, и спасибо ей большое за эти прогулки по Магадану. Она не дает мне и вам забыть, какой у нас все-таки красивый северный город, не такой, как у всех, и мы его, живя даже где-то далеко, все равно любим, потому что это любовь навсегда в нашем сердце. Ну, а мы продолжаем гулять по улицам Магадана. И, кстати, некоторые улочки я не узнала. А вы? Давайте посмотрим. У нас сегодня веселенькое солнышко, морозная погода, хорошо хоть не 25. Обратите внимание, сколько снега. Прям много. Я уже возле работы. В этом здании. Сейчас попашу. Сегодня же Рождество, надо поработать. Я люблю свою работу, я приду в нее в субботу. Это кто? Это Наташа. Ой, мяля. Трутота. Сестра, ты просила тебе показать фонтанчик, который был с цветочками. Но сейчас к фонтанчику даже нету подхода, потому что очень много снега. Не, ну, кто-то пытается побродить. Ну, цветы вот у нас теперь под снегом. Красиво. А цветы были красивые. Сегодня у нас уже расчистили более-менее все дороги. Сегодня у нас минус 10 аж. Это так холодно по сравнению со вчерашним минус 2. И я иду на работку. Там такое солнышко. Классно. А у нас нету солнышка. А нет, церковь тоже там солнышко. Сестра, привет тебе из солнечного Магадана. Я тут гуляю по дворам. Догадайся, что за дворы. Сейчас я выйду. Нет, ты наверное, поймешь. Сейчас. Я за цветочком ходила. Тебе сейчас сниму. Там такой ветер. Здесь во дворе нет ветра. А на улице ветрище, жесть. На завтра опять передали очень сильный ветер. Теперь иду домой. Опять цветочек купила, который хотела. Бегала. Так, вот где я была. Соскучилась ты, наверное, ужасно прям. Сил нет. Я до моря не могу дойти, потому что очень сильный ветер. Сегодня Влад пошел на рыбалку, но тоже вернулся, потому что прям очень холодно. Леденючие ветрище. Сейчас я тебе покажу нашу любимую вышку. А солнышко там, конечно, классно вообще. Скучилось, да? Мы с тобой последний раз здесь гуляли. Я, кажется, здесь больше даже не гуляла, как с тобой мы шли. Там гуляли в Норте там года. Даже не помню, чтобы я здесь еще ходила. Вообще не в той стороне живу, не хожу гулять некогда. Камера мотыляется, потому что ну и теперь вида чуть-чуть с этой стороны. 9 градусов написано. Ветер просто ледяной. Даже не могу рассказать. У нас хорошо дорога вычищена. Вылезли на асфальт. Сравнению с рязанскими троллейбусами. У нас уже стареньких-то не осталось. Смотри, как красиво, небо какое красивое. Вот здесь надо сфотографировать, наверное. Будет очень красиво. Thank you.
холодно, однако, снимать-то. Ручи такие мерзнут-то. С таким ведерочком. Это у меня руки замерзли, я вот перчатки пытаюсь видеть. Ну и опять немножко дворов. Что-то меня сегодня по дворам, я просто сокращаю путь домой. И вот шарюсь по всяким дворам. Я не шарюсь, я очень быстро бегу, и здесь ветра нет, так классно. На улицу выходишь, там на телевышке так вообще сдувало. Здесь хорошо. Узнаешь? Это все по центру, хожу да по центру и по одной и той дороге, и той же аж неинтересно. Сегодня по другим дорогам пошла. Просто меня занесло не в ту степь, не в домашнюю. Так, ну и вот. Блин, машина. Сзади меня чуть не задавило. Ё-моё. Да ничего не вижу. Так. Видите, показываю улицу эту. Ой, снега, конечно, только много очень. Чистит каждый день, чистит, грибы эти кучи. Летом не летом, зимой некрасиво все равно. Лысое, все серое. Снег грязный в данный момент. Некрасиво. А зато небо красиво. Натали, большое спасибо тебе за прогулки по Магадану. Да, он не всегда бывает красивый, чистый, свежий, со снегом. Вот такой затоптанный он был в январе. Ну, я думаю, что сейчас снегу навалило и у вас уже красивее. Или у нас, или у вас. Ну, спасибо, в общем. И на этом мы прощаемся. И Наташа, и я. До следующих видео. Пока-пока-пока.